Russian lesson number 27 in the hotel. Arrival. В гостинице. Прибытие. В гостинице. Прибытие. В гостинице. Прибытие. Do you have a vacant room? У вас есть свободный номер? У вас есть свободный номер? У вас есть свободный номер? I have booked a room. Я забронировал номер. Я забронировала номер. Я забронировал номер. Or females, я забронировала номер. My name is Miller. Моя фамилия Мюллер. Моя фамилия Мюллер. Моя фамилия Мюллер. This means family name, not name. I need a single room. Мне нужен одноместный номер. Мне нужен одноместный номер. Мне нужен одноместный номер. I need a double room. Мне нужен двухместный номер. Мне нужен двухместный номер. Мне нужен двухместный номер. What does the room cost per night? Сколько стоит одна ночь в этом номере? Сколько стоит одна ночь в этом номере? Сколько стоит одна ночь в этом номере? I would like a room with a bathroom. Я хотел бы номер с ванной. Я хотела бы номер с ванной. Я хотел бы номер с ванной. A females хотела бы. I would like a room with a shower. Я хотел бы номер с душем. Я хотела бы номер с душем. Я хотел бы номер с душем. Can I see the room? Можно мне посмотреть номер? Можно мне посмотреть номер? Можно мне посмотреть номер? Is there a garage here? Здесь есть гараж. Здесь есть гараж. Здесь есть гараж. Is there a safe here? Здесь есть сейф. Здесь есть сейф. Здесь есть сейф. Is there a fax machine here? Здесь есть факс. Здесь есть факс. Здесь есть факс. Fine. I'll take the room. Хорошо. Я беру этот номер. Хорошо. Я беру этот номер. Хорошо. Я беру этот номер. Here are the keys. Вот ключи. Вот ключи. Вот ключи. Here is my luggage. Вот мой багаж. Вот мой багаж. Вот мой багаж. What time do you serve breakfast? В каком часу подают завтрак? В каком часу подают завтрак? В каком часу подают завтрак? What time do you serve lunch? В каком часу подают обед? В каком часу подают обед? В каком часу подают обед? What time do you serve dinner? В каком часу подают ужин? В каком часу подают ужин? В каком часу подают ужин? Thanks for watching the video and see you in the next lesson.